Остановка общественного транспорта есть, а заездного кармана нет. Распространенная ситуация в Иванове. В этом году городские власти выделили более 14 миллионов рублей, чтобы на узких, но оживленных улицах города появились полноценные заездные карманы, а на самых проблемных участках даже дополнительные полосы для движения автомобилей. Сейчас работы ведутся на улице Куконковых, Павла Большевикова и Любимого. Со следующей недели подрядная организация приступит к устройству заездных карманов на улице Генерала Хлебникова в районе дома номер 6. Ежегодно в план дорожных работ на территории областного центра включается не только восстановление изношенных слоев дорожной одежды, а также мероприятия по организации дополнительных полос и остановок общественного транспорта, и заездных карманов остановок общественного транспорта. Данное мероприятие значительно позволяет увеличить пропускную способность лучшей дорожной сети.